привет, мои дорогие любители выживания. Сегодня попробуем выжить в отрадной долине или даже на Волчьей горе. Но одинокая топь совсем не годна. Итак, я пытался этот выживать, но получилось, к сожалению, не очень круто. Поехали. Копернил. Так. Прекрасно. Прекрасно. Так все сгенерировалось, скорее всего. Но одинок, то как он одинок, как звук колокола. Питер Келлер. Да, одинок, как звук колокола. Знакомая фраза, выражение и так далее. Так, нам нужно запастись первым делом всем этим делом. Теперь... Десять минут. Ух ты ж, ё-моё. Прекрасно. Так, да. Я здесь в прошлый раз выживал, но, к сожалению, очень быстро умер, поэтому... Решил не записывать. Точнее, я записал, но... Решил не выкладывать, потому что негоже, негоже. Так, что по поводу шапочки? Носить. 50? Так, шикарно. Чел наш выглядит странно, как минимум. Корм для собак, какой-то динки-дог очередной. Так. Прекрасно. Слушай, сколько много палочек. Причем не требующих особо ничего. Если честно, я уже потерял счет попыткам выживания, потому что до этого... Все как-то не очень хорошо получилось. Ну ладно. Ну, в смысле, получалось, но я не очень долго и не очень круто, и не хочу вам это все это дело показывать. Соответственно, все эти записи я удалил. Да, кое-что пропустили, но что ж поделать. Ничего. Ух ты, похоже на какую-то горчайку. Ничего уж тут не поделать. И если в этот раз очень быстро сдуюсь, то, соответственно, эту запись тоже потру. Бывает. Перо ворона. Отличная лечебная вещь. Так. Так, особо здесь рассиживаться не буду. Кое-какие головешек, деревяшек нашли. Не боись, найдемся. Все найдем, все сбережем, согреемся. Еще есть время. Ах, нет, уже замерзает. Только начали, уже человек замерзает. Все печально. Так, мы отсюда видим, что мост какой-то. Надеюсь, пробежечка легкая тебя взбодрит. Потому что по-другому никак, иначе мы помрем с тобой, человек человеческий. Так, палки. Да, они бесполезны, но хоть что-то дают, какой-то шанс выжить. Ага, машина. Прекрасно. Так, там, значит, какая-то жопа, я там уже был, да.
Там я уже пытался выжить, но там полная жесть. Там полная жопа. Ствол. Ёшкин ствол. Ничего-ничего. Хотя бы так. Так, какая-то еда. Бардачки, спички. Это хорошо. Хотя и картонные, хотя и плохо все на самом деле. Так. Газета. Это будущий труд. Хорошо. Прекрасно. Да, это одна из многих игр, в которые вот смотришь наверх. FPS падает, смотришь на обычно FPS нормальный. Так, вороны. Трупик. Давай. Хоть что-нибудь найди. Дельная газировочка. Гвоздодер, гвоздодрать будем, значит. Официально и неплохо. Так, сколько еще времени? 10 часов. Прекрасно. Опч. процентов. Хоть немножечко погреемся, хоть немножечко согреемся. Это будет нормально, это будет все хорошо, я в тебя верю, чувак. 80... Сколько с лихом процентов разогревается хоть как-то, хоть что-то. Да, могу записывать. Сука. Да, я могу записывать я даже в 60 кадрах, но буду записывать в 50. Для вас 48. Для Ютуба, в смысле. Потому что 60 кадров, по-моему, это слишком уж негоже. Негодно. Причем сейчас мне. Сейчас. Стрелять нельзя. Все плохо. Все плохо. Так. Крафт. По крафту что? Давайте труд сделаем. So cool. Just wanna lay down for a bit. Да ладно тебе. Ветрено. Ты сука, а? Только что же было нормально. Там на дереве нормально все? А, нет, печаль. Печаль, беда. Все слишком ветрено. Так, ладно. Здесь, как я понимаю, целый ветродуй. Огромный. Тем обратно. Близ, разожгись, пожалуйста. Come on. Сратый огонь, я в тебя тоже верю. Просто дико верю. О, хорошо, разгорелся, все прекрасно. Life out here. Угу, по-моему, поспать само то, часик. Рэм. Значит, топить снег. Давайте хотя бы 0,5 растопим.
прокипятим. Поначалу все будет более чем. Более чем обычно. Холодно, сухость во рту. Еще полчаса. Прекрасно. Еще давайте литр, наверное, топим. Снег за полчаса успеем? Успеем. Вскипятим. Прохладно. Трам-трам, усталости нет. Нет боли. Нет сомнений. И усталости тоже нет. Прохладно, трам-трам. Да ладно тебе. Что у нас по одежде? Не особо-то и много всего. Так, давайте-ка разорвем, наверное, нахер это все это дело. 10 минут. Я думаю, времени хватит. Прекрасно. Так, сухость во рту. Ничего, ничего, ничего. Я верю в то, что мы выживем. Действия. Ремонт. Нету ткани. Нету ткани. К сожалению, увы и ах. Хотя нет, ткань есть. Стоп. А почему нельзя? Мистер Костер, объясните мне, пожалуйста, почему мне нельзя отремонтировать сию шапку? Почему нет ткани? Один час времени. Починка, время ремонта, новичок. Набор лишь те. Вот чем фишка. Окей. У меня вопрос. Пойдем. Секунду. Нет, конечно, все печально. Крайне печально. Там, значит... Да нет, там не тупик. Тут тупик. Усталость, легкий голод. Потихоньку умираем. Уже умираем. Что ж поделать, трам-тарарам. Такая тяжелая вещь, эта игра. Да, на самом деле так и есть. Так в жизни есть. Что ж поделать. 6 часов немного времени осталось. Это неплохо. Под капюшоном у нас только не прорисованный двигатель и какой-то аккумулятор. Видимо, для чего-то в дальнейшем он пригодится. На самом деле, это похоже на правду, но, блин, если бы я тут умирал, если бы я тут замерзал, мне кажется, я бы немного бегал. Совсем бы немного бегал. Постоянно бегал. Так, лес, веточки. Тут опять же ничего. Ровным счетом ничего. Хотя бы на час. Хотя бы на сраный час. Еще бы найти ружье, чтобы отстреливать кроликов, алкоголиков, наркоманов и т.д. и т.п. Не, на самом деле,
Людей отстреливать это не прикольно. Это не есть хорошо. Хотя, знаете ли, есть организации, которые этим удачно промышляют. Это же не то, это же история про Darknet. Так, не столь важно. Извините, что-то я заговорился. Пардонте. Я иногда буду кашлять. Бывает. Да, в прошлый раз мы померли как-то совсем глупо. У нас было все, у нас было куча еды, куча воды, ружье. Всякая такая херня, но бывает, бывает. То ли волк загрыз, то ли что-то еще. Я не буду останавливаться, я не буду что-то еще искать, дрестать. Т.д. и т.п. Так. I think I can use this. Естественно, провода ведут куда-то, но куда непонятно. Чертов снег. Чертовы холода. За окном у меня сейчас примерно... Сейчас посмотрим, сколько у меня сейчас за окном. Минус 15. Буквально пару часов назад было минус 22, минус 23. Видимо, теплеет. Хотя ночь, хотя сейчас примерно 5 утра. Да. Игра затянула. На много-много часов. Что ж поделать? Тут уже ничего не побежишь. Так, какой-то подъем. Куда-то. А подъем куда обычно? Ага, там, значит, мост есть. Здесь, ну что, снег. Зато какой снег, посмотрите. Снег пушистый. Хотя он идет как анимация, и вот падает, и никуда не попадает. Заткнись уже, пожалуйста. Что ж ты такой нытик-то? На самом деле, я мечтаю так же разжиться, как и в прошлый раз, но... Теперь не спать подолгу. Потому что подолгу спать не есть хорошо. Смертельный холод, легкая усталость и легкий голод. Так, это плохо. Вижу какие-то домики с сен. А, я там был. Недавно буквально. Я не знаю, попало это в видео, видели ли вы это. Но какая красота. Трам-тарам, горы. Видели ли вы эту запись? Но... Как-то так. Может быть, и не видели. Я не знаю, я не помню то, что я потер. На самом деле, потер это много. Чего? Да, скрэп. Ствол. Да, перевод херовый. Так, здесь ничего. Здесь у нас что? Что? Что в бардачке? Не согрейся, Мур, заткнись, ты хватит ныть, чертов чертыгай. Так, значит, теперь сучьи олени. Сука, пристрелил бы одного, и было бы пищи на хренову тьму дней.
На самом деле, то, что вы говорите, типа, на 2 часа пару килограмм срезать, на самом деле, все это херня. Срезать с оленей шкуру и т.д. и т.п. Во-первых, это очень не так долго, не по 2 часа. Ну, по крайней мере, в тайге. По крайней мере, в состоянии дикого холода. Не 2 часа, так. Ага. Комбайны красные стоят. Главное, что красные, главное, что стоят. Естественно, там нет ничего. Ровным счетом ничего. Может быть, я иногда могу странно разговаривать, но я имею в виду. Необычно. Да только потому, что я пытаюсь говорить верно. Пытаюсь сохранять стиль. Трам-тарарам. Прекрасно. Лучи падают. Очень красиво, на самом деле, очень красиво, очень прикольно. Газета пригодится. Ткань нужна, да, инструменты пусть будут. Так. Высушенная кожа. Видимо, кто-то здесь, опять же, кожу сушил. Что тут у нас? Металлолом. Скрэп. Бывает, бывает, бывает. Бардачок. Прекрасно. Варежки. Угу. Значит, парки-то намокшие. Намокшие портки. Так, ничего страшного, ничего страшного. Переохлаждение. Трам-тарарам. Естественно, в шкафчиках буба. Оу. Оу. Да ладно тебе. Так, что тут? Повязка. Хорошо. Вот что там. Так. Опч. Верстак. Так, 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 папам, пара, пара, папам. Ау, 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 да ну нахер. Нет, иначе не выживу. Что ж поделать? Такова жизнь. Ля комедия. Слушай. Ножик, молоток, еще ножик. Какой-то стик. Палочки. Все. Спасибо. Скрэп. Еще немножко скрэпа. Так, здесь, собственно, все. Смертельный холод. Смертельный холод. Что ж поделать. Так, давайте-ка. Ух, как. Печалька. Угу. Так, значит, оценили ситуацию. И поняли, что ситуация херовая. Покинуть амбар. Здесь греться совсем негде. А, сука, опять снег слепит, падла.
Да. Сосули. Старый флюгер с пятачом. Олень. Черт побери. Устал. Голод. Где-то здесь должен быть дом. Я до него обязательно добегу. Сейчас бы, конечно, оленя пристрелили слегка. Сучечку, волки воют. Все херово, и сука, это не амбар, это каменюга сраная. Так, я, конечно, понимаю, что дико сильно много бегаю, но по-другому никак. Так. Угу, значит, мы уже тоже здесь были. Какая прелесть, мы здесь проебались. Проебались сильно очень. 63% здоровья, смертельная усталость, переохлаждение. Нам нужно бежать в какой-нибудь дом. Очень срочно, потому что в амбаре мы задубеем. В амбаре мы умрем. Поверьте мне на слово. Как человеку, который всю эту херню знает. Так, что там у нас? Там у нас какие-то стога продолжаются. Какие-то рога, херога. Да, амбар норм, но... Извините. Извините. Но это не гоже. Это дом? Я не вижу отсюда. Это олень, это я не знаю что. Дом не дом. Все хреново. Да знаю, ты голоден, чувак. Но что уж поделать, смертельная усталость, переохлаждение, не есть гуд. Голод, да пусть голод, трам-тарарам, пусть голод, пусть сраный голод, но... Нам нужно хоть что-нибудь, чтобы согреться, раздуплиться, и если не удастся, побежать обратно. Сука. Да ладно. Вроде где-то поблизости был дом, но я не помню, к сожалению, где, увы и ах. Как только температура, в смысле, проценты жизни падут ниже 40. Мы будем бежать обратно к амбару. Сколько стогов сена, сколько топлива. Так, опять какой-то дом, опять какой-то трактор. Чёрт, бери олени. Сраный би... Одинаковые березы, причем в которых УПС падает до 43. Странные березы. Ну ладно, окей. Пусть будет куча сраных берез. И обычно ФПС держится на 70. Ну ладно, окей. Окей. Угу.
Вижу банку воды, вот она. Прекрасно. Мне нужен срочно где-нибудь здесь дом. Усталость, голод меня просто трепят. От всей этой хероты 49%. Сначала выживание сие не есть хорошо. Дрова. Так, все. Какой-то дом тут, дом там был, да? Осталось голод. Знаешь, как только мы доберемся до туда... Ох ты ж, ёшкин макарёшкин! Всё сексуально. Отлично. Сейчас у нас просто усталость перейдет за черту, и мы получим боль. Мы вернулись туда же, откуда и возвращаемся, откуда и шли. Все печально. Ну ладно, хотя бы здесь в амбаре протусим. Я не знаю, как все дело произошло. Ё-моё. Я более чем уверен, что мы здесь проживем. По температуре здесь ноль, по ощущениям, по крайней мере. Так, все еще смертельный холод. 3 часа дневного времени осталось, это плохо. Все плохо. Так, здоровье с органикой. Давай-ка часик поспим, пожалуй. Все очень плохо, на самом деле, все киберплохо. Все еще ноль. Так, попытаемся сейчас проспать, прожить, проесть хоть что-нибудь. Смертельно устал, и жуткая жажда. Так, давайте-ка позахаваем это. Голод утоляем. Голод утоляем, я еще раз говорю. Динки-дог. Прекрасно. Отвратительно ты, конечно, чувак, чавкаешь. И ничего больше не могу сказать. Ну и бывает, бывает, бывает. При 10 часов времени осталось. 4-2, ходи бы часик. Часик сна в амбаре. Ничего. Отлично, слушай. Еще час. Не дай бог, ты сейчас будешь подыхать. Это будет гипер печально. Нет, нормально. Хочется пить. Пьем. Прекрасно. 0,71 литра осталось. По всему у нас устал. Легкий голод. Я думаю, за 3 часа ты не помрешь от холода. От голода, в смысле. Так, что у нас по значениям голод? Голод, 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 голод. Так, пьем. Значится на
Подкрепились прекрасно. Теперь, значит, сожуем. Жевать-то практически больше нечего. Что-то еще есть. Сардинка. Опча. Немножко воды, немного содовой. Вот 3 часа ночного времени. Давайте поспим, посмотрим, что там будет дальше. Полностью отдохнув, шикарно. Так, содовая. Так, тут что у нас? Человека-кошка. Человеко-кошка. Сдохли у окошка. Так. Ух, мать моя женщина. Ебический холод. Да, потихонечку с усталостью будем бороться. Что ж поделать. Так, здесь ничего. Ровно ноль. Конечно, рассвет превосходный. Угу. Угу. Кстати, FPS иногда проседает до 48. Так что вы увидите примерно ту же самую картину, что и я. Отлично, подберем, собственно, мох. Сибирский лох. Да, лох это вид мха. Сучка. Драная. Так. Собственно, теперь что? Собственно, теперь. Опч. Опч. Не ебически холодно. Предлагаю пойти. Там нет, туда не идти нет смысла. Туда тоже. Живописный мост. Прекрасно. Да, действительно живописный. Относительно. Относительно смерти. Умереть здесь было бы. Нашему герою, конечно. Ёбаный чипальдук. Опять замерз. Да ёшкин матрёшкин. Ёшкин матрёшкин. Вижу какую-то станцию, какой-то... Холм, не холм, я не знаю, что это. Да, смертельный холод нас... Холодный ветер нас кусает за попку. Что ж поделать? Что ж поделать?
переохлаждение. Трам-тарарам. Да я надеюсь, что ты сможешь бежать все-таки. Мы сможем дойти до той самой вышки. Я не знаю, вам ее видно, но тут никак не приблизить, к сожалению. Выживание во всей своей красе. Ух, как. Тем более в Северной Канаде. Северная Канада — это... Жесть. Где-то вор... Оу! Где-то там вороны кричат. Это все плохо, это все херово. Херово, херово. Разобьемся здесь. Нет, мы сюда, пожалуй, не пойдем. Мы еще отсидимся, мы еще отожремся, мы еще отоспимся. Все будет круто, чувак, так главное иди. Тебе есть цель. Тебе есть цель, у тебя есть немного дров, у тебя есть по факту небольшой опыт выживания. Я на самом деле верю в то, что ты выживешь. Водопад. Так, к водопаду лучше не подходить, там пипец как холодно. Что-то только что подгрузилось. Так, пожалуй, здесь, наверное, тусить сейчас мы не будем. Нижние водопады. Новое местоположение. Там что-то есть, это кролики. Сучьи кролики. Переохлаждение, ничего страшного. Я в тебя верю, чувак. Побежали. Кроликов здесь действительно до хреновой тучи горы. Прекрасно. Такое чувство, что на небе тоже течет река. Вы не находите? На самом деле это не река, это... Текстура реки, которая течет по небу, якобы облака и т.д. и т.п. Ладно, не столь важно. Ну да, по-другому никак. Какие-то горы, норы. Ух ты, а что это такое? Это у нас что-то... Заткнись, новогоднее. Веревка. Там, значит, оленья тропа, оленья этот херота. Прекрасно, прекрасно. Наверх, значит, идем наверх. 51 процент. Сука. Кто там так орет сильно-то, а? Значит, сейчас мы все это дело отоспим. Наше здоровье. Бегом, 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 бегом. Да, я знаю, что усталость сильно накапливается, но лучше помереть от усталости, чем от переохлаждения. Я надеюсь, тут есть какой-нибудь домик. Что-нибудь похожее на него, по крайней мере. Потому что наверху у нас творится ёбаная жопа. Штопаная жопа творится. По-любому. Да ладно. Усталость. Все плохо. Есть. Да ладно. Домик. Дайте мне войти туда как-нибудь. Никак? Вижу дырочку. Так, волков нет. Ни двери нет, никаких псов здесь нет поблизости. Это же превосходно. Спасибо тебе. Да. Да.
Да, детка, да. Сучий холод. Микроволновка. Пусто. Пусто. О, вот. Вот что мне нужно, в принципе, было. Так. Стоп. По параметрам у нас холод уходит. Значит, да, патрон, я знаю. Тяжеловато. Ладно, заткнись и не вопи. Так, С. Внешний носить. Окей. 34%. Минус. Собственно, значит, холод уходит потихонечку, очень сильно потихонечку. Тогда давайте так делаем. Тостер. Нет, не гоже. Там, собственно, ничего. Да? Да. Так, по холоду. Холод у нас уходит. Книгу. Батончик, это хорошо. Вот. Вот что я хотел. Вот что я так давно хотел. Угу. Пусто. Пусто. Вот. Прекрасно. Значит, мы сейчас, значит, будем чиниться, лечиться. Ну, ты где? С. Отлично. Пропоношенные, собственно, зимние штаны. Приличные джинсы. Вот, собственно, да. Действие. Давай-ка отремонтируем потихонечку. Собственно, холод возвращается, усталость потихонечку убавляется. Так, 70%, не будем делать, 30%. Так, 67, 48. А, это шансы на успех, все. Так. Упс. Так, разобрать это нельзя. Зато это можно. Высушенная кожа. Высушенная рожа, приличные джинсы. Так, приличные джинсы пропоношенные. Пропоношенные джинсы. Значит, приличные джинсы можно, в принципе, разобрать. Отлично. Собрать. Отлично. Теперь. Как 34. Сучечка, значит, две ткани, да? Так, 58, 78,
8.34. Действие. Прекрасно. Ремонт. Погнали. Да ладно, не удалось. Не хочу покидать. У меня устал сильно. Я хочу пить. Так, заточим. Потихонечку, помаленечку. Опче. Сильно устал. Неизвестно, сколько часов ночного времени. 10 часов попробуем. Попробуем, если выживем, то выживем, не выживем, то печаль. Да. Угу. Значит, тайга улеглась, в смысле буря. Так, по этому всему... Хаваем. Угу. Секунду. Так, хочется пить, собственно. Пардонте, я немножко отходил. Бывает. Полкило. Это круто. Полкило, это даже очень хорошо. Картошка. Собственно, что у нас тут есть? Булочка. Так, которую можно пить. По ощущениям легкий голод. Усталости нет. 1 час дневного времени остался. Это плохо. Коробка картонная. Давайте разломаем, что ли. Да, здесь, в принципе, лучше все переночевать. Сегодня. Потому что если я выйду, там сразу же начнется какая-то жопа, какая-то херотень, какая-то боль. И так далее. Нет, конечно, попробуем. Так, где у нас здесь выход? Что за печалька? На самом деле здесь ни чертасики не вижу. Шкафчик пусто. Так, а как я, собственно, сюда попал? Объясните мне, пожалуйста. Здесь не вижу выхода. Ни одного. Черт побери. Отлично. Сам. Выех. Отсюда выйти больше не могу. То ли это глюк, то ли я слишком лох. О,
Ух как. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, минус 10. Все печально, все хреново. Знаете что? Минус 10 по-прежнему. Я так думаю, что нынче негоже выходить за дверь, потому что совсем уж ночь, совсем уж все плохо, совсем уж все хреново. Давайте попробуем, знаете что? Допустим. Так, приличные зимние штаны, поношенные зимние штаны, потрепанные джинсы. Попробуем-ка их собрать. Прекрасно. Так, ага, значит, сам... Значит, перчаточки. Все плохо, все печально. 0 минус. Соответственно, тут тоже на минус. Да? Ах ты ж сучка. Окей. А на самом деле, да, чертова темнота. Я практически ничего не вижу. Легкий голод. Перфект. 10 часов ночного времени. Так, шкафчик пусто. На самом деле, я здесь сам с трудом разбираюсь, куда идти. А, полка металлическая. Покинуть блок. Шкафчик. Так. Очень, на самом деле, плохо видно. Я здесь с большого угла смотрю на все это дело. Попробуем так. Вы не устали, сука. Хочется пить. Да ладно тебе. Хочется пить, так попей. В чем вопрос? Правда, у нас воды не так много осталось. Боги мои, боги. Ёбаные роги. Так, видно, starvation, голоданием. Подождем-ка. Сызнова 3 часа. Тебя ждем?
Сейчас ждем. Два спим. Сейчас ждем. Два спим. Опа, давай, пожалуйста, расцветай, сучечка. Так, отлично. Просто прекрасно. Хочется пить, хочется пить. По этому поводу, что тебе... Ага, топливо для фонаря ты явно пить не будешь. Так. Ремонт. Говно сраное. Жуткая жажда. Ничего. Сейчас мы все выживем. Сейчас мы везде выживем. Мы же все можем уже. Мы же специалисты. Так, куда идти дальше? Угу. Так, прекрасно. Три на спичке, труд, древесина. Прекрасно. Попробуем. Дары предков. Прекрасно. Нам нужно натопить немножко совсем снега. Давай. И натопить совсем чуть-чуть снега. Все, разгорелся. Зашибись. Угу. Значит, теперь топи снег литр. Кипятить, собственно, сей литр снега. Иначе мы видимо долгой сучьей жажды пить. Угу. Значит, теперь, а мы хаваем 350 калорий. 300 калорий, отлично. Хрустящий и сухой. Тридцать 7 минут. Готовим. Какая прелесть. 10 минут. 20 минут. Сука. Опч.
Да, я молчу, потому что сильно, на самом деле, дико задумался. Так, инвентарь. Так, у нас, значит, чай. Где чай, гарчай? Вот он, собственно, 100 калорий. Прекрасно. Сраный батончик. 900 калорий, нифига себе. Сколько у нас там? Полкило. И здесь, собственно, у нас 100 грамм, 250 калорий. Десять часов дневного времени. Тепло. Хорошо. Погнали дальше. Потому что здесь оставаться нет смысла. Слишком. Минус 17. По ощущениям. Прекрасно. Так, надеюсь, не спустимся. Здесь тоже, скорее всего, не спустимся, да? Да. Все плохо. Все печально. И отсюда мы никак уже не заберемся наверх, так ведь? Да, увы, ах. Здесь мы, собственно, и просрались. Что ж поделать? Безумно красиво. Так, прохладно. Да, я знаю то, что я бегу зря, но... Чуваки, холод, дико холод сильно падает. Намного быстрее, чем усталость. 16. Я сомневаюсь сильно, что он... Что он будет намного быстрее падать. Какие-то то ли вагоны, то ли еще что-то. Слава богу, у меня есть немного веток. Хоть что там. Так, это реально какие-то, походу, дело вагоны. Нет, это... Сраный баррел. Да, баррел ролл. Даже не баррел, это... Колья. Легкий голд. Я знаю, чувак, я знаю. Здесь мы уже были.
О, да, детка, да. Охотник. Спички. Какое-то говнище. И в бардачке ровным счетом ничего. Так, давай-ка мы, пожалуй, возьмем ружьишко и перезарядим его. Оп. Один сраный патрон. Один сучий патрон. Естественно, мы замерзаем. Один сучий патрон. Да ладно тебе, пожалуйста, чувак, да беги хоть куда-нибудь. Да беги, 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 беги. Я в тебя верю, чувачок. freezing. Заткнись. Переохлаждение. Я не знаю, зачем переворона. Фонарь-то факел, на самом деле. Лайтер. Ну, я понял, в чем прикол. Так. Здесь у нас жопка. Там у нас тропка. Тихо, 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 тихо. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Давайте-ка похаваем чего-нибудь типа а-ля. Шоколадка единственное, по-моему, осталось, да? Да. Печалька. Нет, на самом деле, не единственная шоколадка. Я все прекрасно вижу. Там у нас и паста арахисовая. И, по-моему, даже что-то беконовое, чудо какое-то, но температура падает, переохлаждение, устал. Самый главный наш враг сейчас это холод. Я ничего с ним не могу поделать. Вот что самое печальное. Так, мы, по-моему, отсюда уже шли. Да, похудел, да. Идти в другую сторону. У нас тупо выбора нет. Что-то я заплутал. Ладно, не столь важно на самом деле. Так, давайте попробуем туда. О, сука, штопанный недель. Даже заяц забегал, как будто ему в жопу ужалили. Бывает, бывает. Что уж поделать. Еще и дикий перевес. Непонятно, сколько времени осталось. Черт побери, устал дико. Пожалуйста, заберись сюда. Нет, увы, ах. Скрипт не позволяет сюда залезть. Все херово. Бежим обратно. Я не знаю, правда, куда бежим. Но куда-то добежим. -42, -42. Да ладно тебе. Чувак, не умирай. Эх, тебе.
Верю. Да. Слегка чихнул. Секунду. Да. Стоило прочихаться как следует. Бывает. Бывает. Мы опять бежим куда-то обратно. Секунду. Нам приходится возвращаться обратно. Я, к сожалению, ни черта не вижу. Здесь какие-то деревья. Здесь ни черта. На самом деле, честно, вообще ничего не видно. Дорога еле-еле видна вон там. Боком. Если повернуться, она будет видна. 79% смертельная усталость и сучий голод. Давай похаваем. Боже мой. Окей, все хорошо, погнали дальше. Я не уверен, что сегодня опять же выживу. Я ничего, вообще ничего не вижу. Штопанная пурга. Ну что ж поделать, в принципе. Это уж не моя воля. Была моя воля, конечно, я бы здесь выжил. Попытался бы, по крайней мере, хоть чуть-чуть. Но... Уй и ах. Все плохо. Все крайне плохо. Амбар, хоть какое-то, хоть что-то мы нашли. Так, водонапорная башня, собственно, в ней меняет, как обычно, воду напорно. Так, переохлаждение. Все это плохо. Туда, естественно, как никогда нереально забраться. Все это плохо. Все это крайне плохо. Собачья будка без собаки. Все умерли. Все херово. Все хуево. Ух как. Контейнер. Слушай, да ладно, я неужто здесь не был? Слушай, походу не был. Какое дело, если реально не был? Печалька. Отлично. Пусто-пусто. Горючее поленье. В любом случае, здесь хоть чуть-чуть появляется тепло. Ноль. Пусто. Печаль, да. Так, часы замерли на... ...3.45, 3.50 почти. Полочка, лампа, вот что мне нужно. О, нет. Thank you.
как, спортивный жилет, батончик. Аптечечка. Книжечка. Еще одна. Еще парочку. Все перевернуто. Вода. Да. Что ж поделать. В таких реалиях приходится выживать. Ой, и ах. Прекрасно. Прекрасно, шикарно, вот что там. Я сейчас дико, конечно, перегружен. Смертельная усталость, легкий голод. Так, что у нас по спичкам? Нахрен. 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 Красно. Бросить. Всем. Бросить. Всем. Пятьдесят килограмм. 50 сучих килограмм. Куча. Сраная куча одежды. Действия. Нет. Так, давай-ка мы поменяем все перчатки на вот эти. Иначе мы тупо помёрзнем, помрём и т.д. и т.п. Полтонны. Нет, сколько, полцентнера соболкаем и, к сожалению, не можем даже практически сдвинуться с места. Это не есть хорошо. Кроватка. Нет, не хочу разбирать её. Ладно, я так думаю. Мы идём поспать. Газета. Прекрасно. Шикарно. Ладно, все, теперь уж точно все, пока. Сейчас посмотрим. Что за час изменится? Абсолютно ничего, скорее всего, да? Да. Все, тогда всем спасибо за то, что смотрели. Всем пока.